Уважаемые коллеги, семинар применения анализатора ЧПИ в стоматологии является инновационным семинаром и до некоторой степени даже уникальным, поскольку основан на использовании авторской разработки, собственно говоря, этого самого анализатора ЧПИ плоскости. С помощью этого нехитрого прибора мы проводим диагностику положения верхней челюсти, зубного ряда верхней челюсти, а также дифференциальную диагностику между скелетным и зубоалиарным типами деформации. Другие способы просто отсутствуют такой быстрой экспресс-диагностики. Кроме этого, анализатор позволяет проводить легкий перенос положения верхней челюсти в артикулятор без применения лицевой дуги. Для этого необходим анализатор. Получаем силиконовый регистрат и с помощью специального столика устанавливаем модель пространства артикулятора по силиконовому отпечатку. Методика проста в использовании и позволяет все работы гипсовать в артикулятор в соответствии с теорией ортокраниальной окклюзии, что, несомненно, повышает качество работы и качество протезирования и лечения наших пациентов.